Пограничные боевые сутки начинаются с 8 часов вечера. Поэтому День пограничника ветераны начали отмечать накануне официального праздника – 27 мая. Военнослужащие в зеленых фуражках встретились со служивцами, вспомнили о годах службы и о тех, кто сейчас стоит на посту. Отдали дань памяти тем пограничникам, которые погибли, защищая границы государства. На мероприятие пришли друзья Саровской организации ветеранов, погранвойск и почетные гости. Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником, с Днем пограничника. История знает много случаев, когда именно пограничники первыми принимали на себя удар со стороны вражеских войск и зачастую ценой собственной жизни отстаивали нашу территориальную целостность. Игорь Николаевич Чембаров служил в пограничных войсках с 85 по 94 годы в Среднеазиатском пограничном округе. За это время был в Московском, Бахарденском, Каахинском пограничных отрядах, выполнял интернациональный долг в Афганистане. По военной профессии Игорь Николаевич – связист, был командиром взвода, начальником связи мотоманевренной группы, командиром роты. После 94 года я уволился и призвался в Саровскую дивизию. Проходил службу на должностях начальника узла связи, заместителя начальника отделения связи. Вот, в 2005 году я уволился и с тех пор в запасе. Уволился подполковником. Для Игоря Чембарова был двойной праздник. Он справлял и свой день рождения. Боевые товарищи поздравили именинника в торжественной обстановке и вручили ему подарки. В парке Зернова для пограничников и их родных прошел праздничный концерт, который подготовили воспитанники детской школы искусств и учреждений дополнительного образования. Ребята танцевали, играли на музыкальных инструментах, исполняли военные и патриотические песни. Очень патриотичная и большая честь для меня выступать перед защитниками нашей Родины. Накануне праздника ветеранов погранвойск наградили памятными медалями. Благодарственные письма вручили тем, кто активно поддерживает организацию и работает с ней на постоянной основе. Хочу передать поздравления всем пограничникам, как говорится, бывших пограничников не бывает. Всем счастья, здоровья, успехов. Успехов в работе, успехов в семейной жизни. И чтобы дети радовали. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.